Вы знаете, у меня свое представление о ценностях русского мира. Мне представляется, что Россия – это некая мозаика идентичности, точно так же, как Европа – мозаика стран. Вот, а в каждой идентичности своя ценность. И в зависимости от того, какой идентичности принадлежит человек, такая ценность для него является главной. То есть через эту ценность происходит самореализация человека. Вот я человек уральской идентичности, и для уральца главное – это труд, работа. То есть уралец самореализуется через работу и труд. Кто-то самореализуется, например, через власть, кто-то через славу, известность, кто-то через бунт, кто-то через деньги. Но вот уральский способ самореализации – это работа.